Добро пожаловать на командные соревнования Федерации тактико-циклической стрельбы при поддержке Вартек, производителя отечественного снаряжения. Событие прошло уже как в июне, но только сейчас руки добрались, чтобы сделать это видео. Мы находимся на полигоне для стрелковой подготовки армии России в городе Сертлово, что в Ленинградской области. Мне от Вартека пришло приглашение довольно спонтанно, и я, недолго думая, собрал манатки и отправился глянуть на эти соревнования. Возможно, вы помните, на нашем канале когда-то была онлайн-трансляция этого мероприятия. Соревнование заключалось в том, что было необходимо пройти полосу препятствия. Каждой команде предстояло пройти каких-то жалких 200 метров, но они были наполнены препятствиями и испытаниями. Порядок прохождения был примерно таким. На старте преодолеть стену из покрышек. После спуска из личного оружия на ходу поразить мишени. Далее рукоход. Как мне показалось, одно из самых тяжелых испытаний, на котором многие поняли, что не особо-то и готовы к трудностям этой жизни. После чего необходимо собрать все снаряжение. Далее имитация штурма, выбивание металлической двери. Надо сразу сделать ремарку о том, что это хоть и соревнование с Airsoft оружием, все остальное снаряжение подогнано под боевые характеристики, в том числе и масса. Это было необходимое условие для участия, да и молоты и таран само собой не реплики. Далее классический бег по покрышкам, который многим знаком по американским киношкам. Следующий этап – огневой. Из основного оружия поразить мишени в разных положениях – стоя, сидя, лежа. Сменить позицию несколько раз. Преодоление рубежа колючая проволока. Во избежание порчи имущества сама колючка не была натянута. Третий огневой рубеж. Разные расстояния, разные позиции. Чувствуете, сколько сил осталось у бойцов? А теперь представьте себя на их месте. Сперло дыхание? Не сомневаюсь. Наберите больше воздуха в грудь, ибо далее команда газы. Огневой рубеж с легким бегом, сменой позиции, и все это в наморднике. Но на этом злоключения не заканчиваются. Боец ранен, требуется срочная доврачебная помощь. Ранение конечности, жгут, а далее эвакуация. Сил все меньше и меньше. После такого стена уже не кажется трудным испытанием. Но самое тяжелое впереди.
В бетонном бассейне 4 ящика боеприпасов. Вытащить, разобрать и после донести до финиша. А он в 200 метрах позади, там, где был когда-то старт. Ну как вам Дмитрий первый? А, смотрите, меня приглашали участвовать. И я отказался, да. Везде. Ну в целом, хорошо ребят прошли. Ну, учитывая, какая нагрузка для них прошла, и учитывая, что это все-таки не военные и не подготовленные люди, а страйкболисты, которые подготовку имеют только ту, которую они себе позволяют, то... А участок очень, очень сложный. Я сразу сказал, что участок сложный. Жутко. Молодцы, они справились. Посмотрим, как все остальные справятся. Вынесли. Вообще. Сила. Сейчас уже не вспомню, но вроде как было что-то около 5 команд. Конечно же, все прохождения я не буду вам показывать. Но острые моменты нарежу. А также поделюсь своими впечатлениями. Меня самого сподвигали участвовать в соревнованиях, набрав команду добровольцев. Но думаю, что после первого, ну максимум второго препятствия, я бы там и кончился. И пришлось бы меня откачивать. Да, там, кстати, за состоянием участников следили медработники. Нескольких человек они вынудили сойти с дистанции, ибо их состояние вызывало беспокойство. Очевидно, за каждого потерянного бойца насчитывались штрафы. Помимо этого, судейство насчитывало штрафные баллы за нарушения в ходе прохождения всех этапов. Я носился с ними рядом, и они постоянно что-то замечали и вносили коррективы, а также делали пометки в своих папочках. В голом итоге все эти очки посчитывались, и очевидно, исходя из математики, был выявлен победитель. На этапе всегда было видно, кто занимался своим физическим состоянием, а кто нет. Очевидно, что преимущество было у тех, кто поддерживал себя в форме. Проблема была в том, что из 3 участников один мог подвести всю команду. Именно в этом и проявлялся командный дух. Каждый старается на испытаниях заменить участника, у которого проблемы. Прикрыть, так сказать, тылы. Были факты отказа приводов, оборудования и прочего, ну а также отказа физического состояния. Но это мелочи по сравнению с тем опытом и удовольствием, что получили участники. Как говорится, да, я заебался, но было охрененно. В свою очередь хотел бы выразить свое мнение. Я уже не первый раз на таких ламповых командных соревнованиях, и они реально проходят очень интересно и организованно. Всегда есть на что посмотреть, получить заряд бодрости, а также нехилой мотивации. Втемяшить себе в свою сраную башку, что над собой все-таки нужно работать и работать. Правда, через месяц это прошло. На сей раз соревнования также прошли очень интересно. Если бы зрители прибыли, ну просто на них посмотреть, я думаю, они бы тоже получили свое удовольствие. В конце соревнований дождались абсолютно все, никто не пропал и никуда не делся. Ну если только пара людей из прессы, да парочка зевак. ФТЦС удался и удался на славу. Было прикольно, эмоций получено множество. Спасибо Вартеку за организацию этих соревнований, было реально охрененно.
Я так посмотрел свой видеоматериал и решил, что все-таки сделаю проход каждой команды, но каждый в отдельном видео. Так что ждите. А на этом у меня все или почти все. Спасибо за то, что все еще живете в нашем убежище. Увидимся еще не раз. С наступающими праздниками вас, жители. Пока!